Приветствую всех любителей металлопоиска. Сейчас мы поговорим с вами о достаточно важном критерии, который упускают многие новички и не только новички при выборе своего металлоискателя. Мы поговорим о весе металлоискателя. Вес как критерий выбора прибора. Дело в том, что проводя с металлоискателем достаточно много времени в поле, вы можете уставать. И вес металлоискателя будет влиять на вашу усталость самым непосредственным образом. Чем легче металлоискатель, тем больше времени вы сможете с ним проводить, тем меньше вы будете уставать. Например, вот этот металлоискатель от легендарной компании Tesoro весит всего лишь 900 грамм. От такого металлоискателя вы не устанете, даже проведя с ним целый поисковый день. Но профессиональные металлоискатели не бывают слишком легкими. И мой основной металлоискатель, Tesoro Tijon, весит уже 1,4 килограмма. Это вес тоже небольшой, но он уже значительно больше, чем вес металлоискателя Tesoro Compadre. Когда вы выбираете свой металлоискатель, обращайте, пожалуйста, на это внимание. Сейчас на рынке присутствует огромное количество металлоискателей. Вес в 1,4 килограмма для профессионального прибора – это нормальный вес. Но если ваш прибор будет весить 2 килограмма или больше 2 килограмм, уверяю вас, что с таким металлоискателем долго ходить будет очень тяжело. И, соответственно, вам придется больше отдыхать, меньше находить. Когда вы выбираете свой металлоискатель, обязательно обращайте внимание на этот параметр. Удачи вам! Увидимся!